Всем привет! Советую сейчас маленькое кино, отрывок, посмотреть, что такое химтрасс и зачем, ну, будут раздавать йод пить во время, если вдруг. Смотрите. Вот, вспоминаем школьную программу химии. Йод, алюминий, химтрейлы, таблетки, которые нам сейчас пытаются, вернее, не нам, детям. Вот алюминий, который мы вдыхали. А это сейчас таблетки, которые нам пытаются впарить. И вот они смешивают эти два элемента. То, что происходить будет в организме нашем. Внимание. Добавляем жидкости, вода, H2O. Нет, 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 что ты такое говоришь? Это все заговор. Не может этого быть такого. Нет, они же заботятся о нашем здоровье. Они же заботятся о нашем... Как тебе вообще в голову могло такое прийти? Это не мне. Это YouTube. Получение огня из йода и алюминия. Химтрейлы распыляют алюминий. Йод заставляет нас глотать. Вот такие дела, друзья.